прикольно. Так, я представлю всех своих дружков. Давайте. Так. Игорь Игоревич представил я его. Так, теперь по правую руку от меня. Сергей Перегуд, гитара. Наш замечательный бэк-вокал, или по-русски хор. Леша Кантур, наш тенор. Наш баритон Паша Сучков. Наш бас Леша Старовский. Его маленький бесенок. Басенок. Что это, Коля Белышев? Я вот стою спиной, а говорят, он там так зажигает. Это правда? Как же я ничего, я все самое главное упустил. Да. Так, ну про бас я скажу отдельно. Потому что басы – это очень редкие голоса. И нам несказанно повезло, что Леша Тарасов – Савва первого нашего дня. Тогда мы познакомились на студии. Какая, у меня таких нот нет, я не умею. Какая у тебя самая дорогая нота? Си бемоль у меня с утра. Нормально? Басы звучат с утра. Но с утра с похмелюги цены им нет. Поэтому перед какими-то ответственными записями я спонсирую проект. И Леша звучит как бог просто с утра. Так, перехожу на эту сторону. Александр Сеевич Ерохин. Коллектив, которого я объявляю по имени отчеству. Ну, по его личной просьбе я проникся. Ну, все-таки возраст, знаете ли, сколько можно, санькатка. Поэтому отныне Александр Сеевич. Наш клавишный инструмент и баян Виталий Локтев. Ветеран движения. В свое время, много-много лет назад, он напоминал одного нашего исторического персонажа. Теперь он мне напоминает логотип одной из известных компаний фастфуда. Растем. Так, наш бас-гитарист Дима Стрельцов. Самый неясный. Но, хотя сейчас все равно. Так. Ну, вроде бы я всех своих представил. Игорь Игоревич тут. С конем. Хорошо. Вы мертвому говорите. Да, за такие деньги, да? Ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать. Только мы с конем по
идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, а без краю полю моему, а без краю. Ансамбль «Любэ» всегда с удовольствием для вас. Друзья, мы потихонечку приближаемся к концу нашего выступления. Это еще не все. Сейчас для вас прозвучит самый первый наш, тогда еще всесоюзный, хит.